Всем доброе-предоброе утро. Знаете, что я делаю на завтрак? Ладушки, ладушки. Делаем оладушки. Я оладушки не делала. В общем, не помню, когда... Блин, куда ты полез? Когда последний раз я его делала, я их делала. Но это было очень давно. А сейчас что-то думаю, у меня кефир есть. Яичко добавим. И в охоточку, ой, как вкусно. С сыром Альметта. Как вам такая идея? Такой вот у нас 1 мая. Будем отмечать. Оладушками. Побалую себя. Любимую. Ой, блин. А потом с Чарли пойду гулять. Да, как же иначе. Растрясать все эти оладушки. Так что вот такие дела. Буду делать кофе и с оладушками. Уже собралась. Я сегодня в коротких штанишках. Думаю, сейчас машину нужно переставлять. Сегодня 1 число, а вы знаете, я много раз говорила, у нас первые 15 дней на одной стороне машины стоит, вторые 15 дней на другой стороне машины стоит. Ну, чтобы соседям не мешать, знаете, чтобы всем поровну машины были, достались. И вот мне нужно было машину поменять местами. Смотрите, какая красота. Ну, я такая вроде говорю, сейчас поеду на пляж. Вот, выхожу на улицу посмотреть, что тут какие дела. И смотрю, моя машина стоит уже тут. То есть вчера стояли на той стороне все машины, а моя вообще стояла у черта на куличках. И выхожу, гляжу, думаю, блин, вот моя машина вроде бы. И правда. Муж, походу, ее переставил. Но не походу, если не он, то, естественно, кто еще это сделает. Так что все, мы не пойдем на пляж, мы тут прогуляемся. Прогуляемся тут, ну, в наш парк сходим и все. Потому что неохота машину брать, потом ее переставлять. Мяту потрогала, так вкусно пахнет. Вот этот цветок, надо, сказали, очень сильно поливать. Розочку, кстати, тоже надо поливать, смотрите. Ой, а мне вчера муж притащил на ночь. Кроме помидоров и авокадо. Вот. Представляете? Ну, они немножко почуханные, конечно. Но пахнут. Но это розы он сорвал, видимо, у друга в этом, в саду. Такие. Но все равно прикольно. А это вот программка, что у нас будет 2, 3 и 4 у нас праздники. Крус де Майо, майские кресты. Я, кстати, если сейчас пойдем, я вам покажу один. Я увидела, где он есть. Видите, Крус де Майо. Вот с 2 по 4. Тут много разных праздников. Будет паэлья, будет дискотека. Завтра будет группа приедет. Это Latin Tension. Очень классная. Но в 3 часа, блин. Я вот, видите, все это работаю. В общем, будет для детей праздники. В общем, праздники здесь за праздниками. Но баса. И мне говорили, что вот этот цветок капризный. Ну ничего, растет. Смотрите, вот новый лист. Вот этот, например, вырос. Вот этот тоже. И вообще, он, смотрите, какой пушистый стал. Вот еще растет листик новый. Больше всех растет. Фиалка, конечно, не цветет. Света ей мало. Но в той квартире тоже было мало, и она зацвела. Я думаю, что горшок слишком большой. Да ладно, пускай растет. Мне, в принципе, цветущие цветки не очень-то и нравятся. Че я в цветах? Пойдемте на улицу. Я не знаю, мне будет так холодно или не будет холодно. Возьму, наверное, кофточку какую-нибудь на всякий пожарный. Завтра концерт делать.
вот тут или вот там. Там вот, я знаю, делают крест. Делают это кресты частники, допустим, какие-нибудь бары, организации. Даже я могу сделать. Будь для крас... Я не знаю, это, наверное, символизирует что-то. А, все-таки здесь сцену построили. Религиозное, надо изучить. Туалеты поставили. Вот. И наряжают красивые кресты. Смотрите. Да, весь праздник будет здесь проходить. Потому что... Потому что... Так, можно здесь, смотрю, спуститься. Там строят барную стойку. Это сделает... Вот это делает мэрия. Видите, его еще не украсили, этот крест. Это делает мэрия. Потому что пригласили артистов. Будут тут песни петь, танцевать, народ веселить. Барные стойки. Там тоже барные стойки. Но это все завтра. Может быть, знаете, вырвусь в 3 часа. Не знаю. Посмотреть. Вам показать. Я не люблю вот эти всякие сборища большие с музыкой. Это, наверное, для молодежи. Хотя, не знаю, каждому возрасту можно и... Я люблю более все спокойное, чтобы было. Без нервов, без много алкоголя. Я вообще боюсь пьяных людей. Ой, ну правильно, они же неадекватные. Откуда я знаю, что у них в голове, правильно? У них может быть что-нибудь... Там случится какие-нибудь заскоки. А я потом страдай. Правильно? Тут еще куда, где пройти. У нас тут все перерыли. Это у нас школа вот эта. Там парк наш любимый. Но паса надо, но паса надо. Так что все загородили, везде стройка. Так что у нас тут будет 2-3 дня. Концерты, музыка. Ой, да тут каждую неделю праздники какие-то. Это, видите, это школа. Она вся ограждена. Заходить в нее можно только по звонку. То есть дети заходят там во сколько? В 9, по-моему. Или в 10. В 9. В 10 уже поздно. Все, закрываются двери. И туда никто не войти не может. Если ребенок заболел, звонят родителям. Родитель приходит за ребенком, звонит в дверь, и все, и забирают своих чад. А так просто ребенок уйти не может. Школа. А там у нас бассейн. Тоже городской бассейн. Так что вот так идем. У меня хочет в школу попасть, но туда его, видите, он все смотрит. Скажет, возраст подошел, а меня в школу все не водят. Вот так вкусно пахнет чем-то, не пойму. Деревьями какими-то прям. О, обнюхаешься вся. Вот это что ли? Ой, ну прям вообще запах такой идет. Ну-ка. Наверное, тут ос, блин, страсть сколько. Ос летает. А тут, по-моему, тут прорвала труба. Труба прорвалась. Столько народу гуляет. Хотела с вами как обсудить, поговорить про счастье. Да, многие спрашивают. Оксана, ты счастлива? Счастье для меня это миг какой-то. Я для меня, ну я, как сказать, я так думаю, что человек не может быть счастлив 24 часа в сутки. Иначе он попал бы в какую-то эйфорию, делал бы неадекватные вещи. Потому что когда человек счастлив, для него все красиво, все хорошо, все замечательно. И счастливые, когда ну вот моменты бывают счастья, да, даже немножко глупые люди. Потому что, я не знаю, ну все видит в розовых очках, да. Поэтому я вот бываю счастлива. Какие-то моменты, какие-то... Я не знаю, как это объяснить. Но, в общем, счастье для меня это не постоянное состояние, да. Это какой-то... Какие-то моменты. Вот идешь, идешь и чувствуешь, что ты счастлив.
Потом что-то случилось, и ты чувствуешь, что ты счастлив. Чали баняки. Как вы считаете, может ли человек быть счастлив постоянно? Вот там, да, говорят, влюбилась и все, я счастлива. Ну, влюбилась и счастлива, это совсем, мне кажется, разные вещи. Бывают тоже опять моменты какие-то счастливые. Но непродолжительные, мне так кажется. Вот я сейчас иду, смотрю на солнце, люди гуляют. Вот, и все, я счастлива. Минуты две, потом все прошло, и уже опять нормальное состояние, хорошее настроение. Вот смотрите, здесь все перекопали. Хорошее настроение, веселое как бы состояние, но не счастье. Счастье — это что-то такое, как выброс адреналина в кровь. Какой-то прям такой вот оргазм, что ли, внутренний какой-то, вот мозговой. И все, он проходит. И потом ты останавливаешься в своем обычном состоянии. В повышенном, возбужденном каком-то, в таком вот в легком, непринужденном. Вот. Для меня. Ну, для меня вот так вот чувствую. Не знаю. А вот для вас что такое счастье? Может быть, правда, есть люди, которые счастливы 24 часа в сутки? И как вообще жить с этим? Мне кажется, это очень трудно. Ой, посмотрите, какое чудо. Мама с детками, что ли? Офигеть. Морская черепашка по имени. Это потому, что если мы сейчас ближе подойдем, Чарли их спугнет, и они уплывут. Одна большая, а две маленькие. Прикольно. Чарли сейчас их спугнет. Он, во-первых, испугается. Иракяй, ай, Чарли. Иракяй, ай. Ай, ай, ай. Меня. Ой, там еще две, смотрите. Вон там плавают. Где-то не могу найти. Не могу. Там где-то две. Я их вижу, но... Ты, Господи. Сейчас, смотрите, он сейчас увидит их. Ой. Ой. Такие классные. Ой, ой. Ой. Чарли испугался. Чарли у меня засеря, он боится всего. Такие малютки поплели, такие классные, погрелись с мамкой. А тут вот голубей они кормят с ребятишками. Вообще этот пруд нужно уже чистить. Но там столько мальков, столько живности, поэтому я не знаю, как его будут чистить-то. Полетел. Голубей разгонять. Ой, блин. Там столько рыб, там чего только нету, в общем. И очень много всякой тины. Вот так вот рассказала вам про счастье. Так что сегодня я испытала счастье. Ждем следующего раза. У меня тут жарятся томаты. Вовсю. Запекается картошка с курицей. Ой. И звонит муж и говорит: одевайся, поехали с сестрой. Здрасте, приехали. Вчера его спрашивала, не едем. Поставила все делать. Сейчас едет, говорит, поедем. Что мне делать, я не знаю. Все поставила и страдаю. От чего страдания, нету понимания. Сока ему нажала, как дурачка. Ладно, пойду одеваться, все повыключаю нафиг. И
потом доделаю. Картошка до завтра. Полуфабрикат будет у меня на завтра. У нас везде вот такие навешали, что курить нельзя в публичном месте. По закону. Видите, везде понавесили. Иду. Поставила все на 20 минут, пускай доделывается. Надеюсь, никакого замыкания не будет. Не знаю, куда поедем, куда пойдем. Вообще, если сказать честно, желания особого нету. Ну да ладно. Смотрите, у нас первый этап. Всем приятного аппетита. Смотрите, там рис делают. На этом. Сейчас поближе подойдем. Мы тут уже обижрались, а это нам как презент дали. Какой-то секрет. Я не знаю, как это за мясо. Свинина, конечно. В общем, и уйдем домой. Заварю сейчас себе ромашку. Ромашки спрятались, поникли лютики. А пакетик положу на глаза. Глаза чешутся, не могу. Прям хоть пальцы вот так втыкаю, вот так вот делаю. Аллергия, наверное, что-то тут все цветет и пахнет, и вообще. Вот. Мы уже давно пришли. Но мы сегодня, знаете, до 5 их куролесили. Вообще туда-сюда. Я уже так устала, что пипец какой-то. Пришли домой и включила сериал какой-то там. Кстати, не какой-то там, а который вы мне посоветовали, корейский. Мне даже очень понравился. Алый что-то там. Курю. Не помню. В общем, уже 3 серии посмотрела. Они по часу. Так что представляете, сколько я времени лежу на диване. Хотела сегодня все дела поделать, но так как мы закружились, ну как дела, попылесосить, там пыль повытирать. Ну, естественно, руки до этого не дошли, потому что я так устала до 5 куролесить туда-сюда, что пришли и завалились просто. И вообще, я, знаете, убираться люблю, когда дома никого нету. Не знаю, вот мне прям... Мне, вот еще с детства помню, меня не любила, я ждала только момента, когда выйдут все из дома, я останусь одна, и тогда я убираюсь. А чтобы под ногами кто-то мешался, я так не люблю. Вот. Да и вообще, и даже не в том, что люблю. Вот сидит муж, да, такой телек смотрит, а я тут шваброй хожу. Ну, нифига себе. Как-то несправедливо, правда? Вот, поэтому, чтобы себя не нервировать, я лучше сама одна. Вот. Что хотела еще сказать? Ничего не хотела сказать. Завтра на работу. Буду с вами до завтрашнего дня прощаться. У нас завтра по планам прививка Чарли. Не забыть бы про нее. Вот. Ну и все как по плану. Работа, еда. Еда у меня, кстати, стоит в духовке. Не стоит, а надо ее сейчас в холодильник поставить. Картошечку завтра просто разогрею и все. Помидоры пожарились. Все сделалось без меня, короче. Без меня женили. Так что завтра я только приду, разогреюсь и покушать у меня уже есть. Буду с вами прощаться еще раз. Это я, знаете как, на посошок. Всего вам самого лучшего. До завтра. Всем пока-пока.